Смотрите, какой сочный куриный рулет получился, вы точно должны его приготовить. Для начинки понадобятся шампиньоны, лук и морковь. На небольшом количестве растительного масла обжариваем лук до прозрачности, затем добавляем шампиньоны и морковь. Обжариваем до мягкости. Также добавляем по вкусу соль, черный молотый перец и приправы. Теперь займемся куриным фаршем. Добавляем к нему соль, черный молотый перец по вкусу, измельченную луковицу, хорошо перемешиваем и отбиваем. Выкладываем на пищевую пленку и распределяем в пласт. Смазываем слегка майонезом, выкладываем начинку, отступая от краев, и сворачиваем в рулет. При необходимости подравниваем форму рулета мокрыми руками и затем отправляем в разогретую до 200 градусов духовку минут на 15. Затем посыпаем сыром и отправляем еще на 10 минут. И вот такой вот сочный и вкусный рулет в итоге получается. Приятного аппетита!